Привет, дорогие подписчики! Сегодня у нас вот такая вот коробочка. И давайте откроем и посмотрим на нее. Тоже это посылка с GearBest. Это у нас кроссовки Xiaomi. Уже есть обзоров много на нее, поэтому как бы смысл, я брал по обзору, выбирал по обзору и покупал на GearBest, так как там они были более дешевые, дешевле всего. Судя по обзорам, данные кроссовки, они очень хорошего качества, и якобы у нас за такие деньги такого качества не купить. Размер кроссовок, размер ноги у меня 42, это 27 сантиметров, 26,5, 27, и они реально очень классные. Оу. Прикольно сделано, и берешь вещь. Вот, хотел черные, потом все-таки решил взять синие. Здесь пластиковая вставка такая. Вот. Смотрим, вот здесь, если вот так вот согнуть, видно немного клея. Подошва такая мягкая. Ну, жестковато, пена. В общем, пена, как у Адидасов. У меня Адидасы, я кроссовки не очень ношу. Кстати, здесь такая прокладка, подкладочка. Интересно все сделано, качественно. Ну, надеюсь, размер подойдет. Вот. Сверху стелька покрыта как замшей. И вот здесь внутри тоже вот замш, как замш отделка. Давайте посмотрим по ярлычку. Отсвечивает. Вот, размер 42, 8,5, 8. То есть европейский 42. Я ношу 42 европейский, 27 сантиметров нога. Вот, здесь у нас под стелькой отсек с заглушкой. Плохо видно. Вот, отсек с заглушкой для вставления датчика. Кстати, кроссовки эти можно купить без датчика, как я понял. То есть датчик взять отдельно. Так, давайте попробуем достать заглушечку. Под заглушечкой значок Mi, ихний котик вот этот Xiaomi-шный. Вот, и заглушечка вот так вот выглядит, кусочек обычный пенопласт, ну не пенопласта, а такого мягкого, ну да, что-то вроде этого. Вот. С обратной стороны стелька такая вот. Вот здесь какие-то зубчики, не знаю, зачем это сделано. Вот. Под, ну, под стелькой в обоих кроссовок, у обеих или обоих кроссовок под стелькой есть место для этого датчика. Вот так выглядит второй кроссовок. Синий цвет, синий такой прикольный, классный цвет, мне нравится, я не жалею, что я взял, я думаю, будет выглядеть стильно. Вот, и вот сам датчик вот так выглядит, я их подключать пока не буду, ходить я в них тоже пока не буду, сейчас мы их померяем, и я их положу в коробку, и до весны, а уже весной я их одену, и возможно потом какое-нибудь свое впечатление отдельным видео о них сниму. Пока это только распаковка и замер, то есть как подходят ли размеры. Я думал брать на размер больше или там на полтора размера больше, чем обычно ношу, да, то есть чем у нас покупаю, то есть потому что это Китай. Но я посмотрел в обзорах, говорят, что нужно брать размер в размер, и все подойдет. И ну, все-таки что это Китай, как бы, и стремновато было, поэтому вот здесь у нас, давайте посмотрим, как он открывается. Ну, здесь, наверное, нажать надо. Там обычная батарейка. Подключается к Mi Fit. И, в общем, я не могу открыть. Пока тогда не буду его трогать. Датчик. Потом разберусь с ним. Вот так вот он выглядит. В один кроссовок вставляется. В левый или в правый, какой у вас, как вам будет удобнее. Ну и давайте перейдем к измерению ноги. То есть не измерению ноги, а к примерке. Так, попробуем одевать.
Да, мой размер сразу определил, ну, то есть вставил ногу, и все удобно, все отлично. И прям точь-в-точь угадал. Вот это вот немножко, я вот так подтянуть. Только одел ногу, немножко впереди давило. То есть вот здесь нужно подтянуть. Вот, вот так они выглядят. Вот палец мой. Это я его поднял вверх, да? То есть вот так он здесь находится. И здесь небольшое вот пространство, вот здесь, ну не знаю, там миллиметров 5 свободного места. А здесь практически нет его. То есть правая нога у меня чуть меньше получается, левая чуть больше. Но они сели идеально. Очень мягенькие, прикольные. Нигде не жмут. Так, класс вообще. То есть классные кроссовки на Гербосе, все размеры. Вот, по акциям их постоянно продают. И ну реально я могу советовать их. Хорошее качество кроссовок. Но как надолго их хватит, это вообще беговые кроссовки для бега. Ну я не знаю, еще планирую все начать бегать, но не доходят у меня. Как бы не хватает запала для того, чтобы дойти побегать. Вот, ну брал я их для этого. Посмотрим весной уже, если как они будут ходить, это мы уже посмотрим. Ну и отпишусь потом, либо дополнительно еще досниму. Вот, в принципе, я очень-очень-очень доволен ими. Вот такие вот классные кроссовки. Вот, спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!